День 21 мая 2017 года стал знаменательным для жителей Владивостока. Приморскую столицу признали лучшим городом России. Наш город впервые возглавил такой рейтинг, обогнав Новосибирск, Симферополь, Великий Новгород, Москву и даже культурную столицу. Рейтинг составляют в рамках ежегодного проекта «Город России. Национальный выбор». Проголосовать может каждый, а итоги подведут 30 декабря. Кстати, на сегодняшний день Владивосток уже на втором месте. На первое вырвалась Пенза. Не успела пройти и половина 2017 года, а Владивосток за это время уже успел попасть во всевозможные рейтинги. Причем не всегда в положительные. Например, согласно исследованиям, жители Владивостока, хотя и любят свой город, но считают его неудобным для жизни. Безопасным, но некомфортным. В июне приморская столица вошла в тройку городов России с самыми дорогими авиабилетами. В среднем за перелет туда-обратно жители Владивостока платят свыше 34 тысяч рублей. Дороже только в столицах Бурятии и Чукотки. Причем Анадырь для перелетов самый дорогой город. Билеты в обе стороны обходятся жителям более чем в 57 тысяч рублей. Так остро, как на Дальнем Востоке, этот вопрос не ставится в других регионах. Все-таки, если мы говорим о Центральной России, мы с вами понимаем, что мы можем добраться на машине, на автобусе, по воде и так далее. То есть эта проблема особенно остро стоит на территории Дальнего Востока. На встрече с представителями дальневосточных регионов, которая проходила еще в мае, директор Федерального департамента туризма заверила, что намерена добиваться от авиакомпаний субсидированных тарифов. Но сроки, когда нам ждать дешевых перелетов по России, конечно, не обозначили. Наша задача, безусловно, максимально минимизировать эти расходы. Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед Министерством транспорта. Возможно, авиакомпании считают, что жителям Владивостока совсем не нужно никуда улетать. Ведь в июне приморскую столицу объявили самым вкусным городом России. Туристы все чаще выбирают Владивосток для гастрономических путешествий. Привлекает гостей паназиатская кухня и свежие морепродукты. Но каждый истинный житель приморской столицы знает, что гастрономический символ нашего города не гребешки и устрицы, а, конечно же, пенсе. Я патриот города, поэтому целиком и полностью согласен. И вот опять же по своей практике, приходится бывать в разных городах, и все равно же нужно везде кушать. Но я не помню ни одного такого города, чтобы можно было покушать вкуснее, чем в городе Владивостоке. Тем временем Приморский край занял 5-ю позицию в списке регионов с наивысшим средним чеком в магазине. Как говорится, любишь вкусно есть, люби и платить. Специалисты исследовали миллионы каждодневных чеков из онлайн-касс регионов России и выяснили, что дороже всего поход в магазин обходится жителям Хабаровска – свыше 1000 рублей. В Приморье же за стандартный набор продуктов отдают чуть больше 800 рублей. Гораздо хуже было бы, если бы люди у нас приходили в супермаркет и покупали бы на 200 рублей. Это означало бы не то, что у нас цены низкие, это означало бы, что у людей кончились деньги на покупку самого необходимого. Чем крупнее город, тем ниже издержки производства и обращения, тем ниже цены. У нас по умолчанию все будет гораздо дороже, чем там, в 14-миллионной Москве. К тому же в марте Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России. Какие еще рейтинги придумают социологи в 2017 году и в какие из них попадет Владивосток, неизвестно. Но вот то, что к нашему городу с некоторых пор проявляется повышенное внимание, это можно сказать без всякого сомнения. Ирина Мокрицова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.